Что же, всем салам, на канале Мавил, и это у нас уже 13 часть, или 14, 14 часть про прохождение сталкера Тени Черновой с модификацией. Как вы видите, я пришел в кордон поговорить с этим сталкером, но этот сталкер почему-то оттаскивает трупы. Не знаю, он собирается его похоронить или что. Что ты делаешь, братан, зачем ты... Зачем ты рядом с поясом его поставил? Прям, знаете, он, блядь, посмотрите на его взгляд, он страдает нахуй, блядь. Ты чё делаешь-то, ебанутый что ли? Здравствуйте, брат. Здравствуйте, брат. Это вполне даже гомосек, даже проводник. Он еще мне братом назвал. Вот ты бил. Проводник, мне нужно встретиться с доктором. Смотри-ка, ты откуда знаешь о докторе? Меня послал призрак, помоги мне срочно связаться с доктором. Ты сразу так и сказал, доктор, это о тайнике группы Стрелка. Если ты тот, за которого себе выдаешь, то место знаешь сам. Спасибо. Как вы видите, мне этот сталкер помог, но он... И живодеров надо убивать. Ну, живодер, иди отсюда, живодер. Ты вообще офигел. Зачем он делает? Вообще ебанутый, что ли, блядь? Ну, хоть этот труп вообще отталкивал вообще. Дурак, что ли, а? Вообще дебил. Смотрите, что он делал. Давайте посмотрим по рангу, кто я на каком месте. Кстати, по рангу я уже первый, между прочим. Первом месте по рангу. Так что вы обосрались вполне даже все. Вы просто думаете, о, бляха-муха, нет, ты негодный сталкер, ты нифига ничего не добьешься. Но я добился своей славы, вы видите, я теперь на первом месте ранге, я убил Сигурь, выполнен квест 212, ты серьезно что ли, блядь? Такого не может быть, меченый первое место, блядь. Охуеть просто, блядь, самое первое я тут. А зачем вы тут вообще ранги добавили, а? Лучше двадцатка сталкеров. Но я же первый. И смотрите, кто в самом первом месте у нас находится. Это же одни долговцы. Одни долговцы на первом месте. И остались только эти. Как там? Остались только монолитовцы. Монолитовцы-то у нас в топ не ходят. Они с нами не связываются. А если бы они с нами связывались бы, они, наверное, в топ бы хотели бы. Между прочим, давайте посмотрим. Я себе, кстати, грозу нашел, пока шлялся сюда. И видите, да? Вы что-то... Что-то вы здесь не заметили? Да что-то вы здесь не заметили? Что вы здесь не заметили? Я себе купил экзоскелет долго. Вы представляете? Переносимый вес плюс 40. И режим бега присутствует. И что он, кстати, 100 килограмм максимум может тащить. Прикол, да? Вот это прикол вообще. Но у нас, конечно, еще тайник ждет на Припяти. Мы сейчас там добудем очень важную вещь. А эта вещь, знаете, как называется? Экзо. Не экзо, а экзоскелет, да. Экзоскелет у нас будет ждать на том месте. Так что поэтому я бегу быстренько туда и забираю этот экзоскелет себе. Так как я хочу его взять. Но зачем я это сказал, если еще припитая не собрался? Я же еще радары не отключил, отключатель, представляете? Мне еще теперь до туда шастать нужно. Тогда это вообще пиздец. И что же, знаете, чем еще прикол? У меня, короче, такая история случилась. У меня, короче, одногруппник попал в аварию, да? Его фура сбила. Две клинические смерти были у моего одногруппника. Но, к сожалению, он не выжил. И его повреждения не были совместны с его жизнью. Этот пацан покинул нашу жизнь. Да, я с ним общался, дружил. Ну, помянем пацана. Пацан был хороший. Конечно, наверное, вам всем наплевать, да, вот. У меня одногруппник умер, но мне жаль очень его сильно. Вы представляете, раз общаетесь с этим человеком, раз его не становится. И вы потом слышите, что этого человека сбила фура. Еще главное, знаете, где его сбили? На трассе главное. 6 утра вы представить только себе не можете, нах. 6 утра, блядь, на трассе. И там, блядь, 6 утра, нахуй, чё там мог забыть? Я хуй знает. Ну, конечно, у меня есть свои варианты, какого черта он туда попал, зачем в эту аварию вообще ввязался. Мне первый вариант, что он сделал самоубийство. И второй вариант, что он где заблудился, хотя там тупой может найти дорогу. Но он просто, знаете, где-то шастал по ночам. И у него телефон разрядился, и он, короче, заблудился. Вот такой мой вариант, это чистое мое мнение. Ну, если так родители его не хотят афишировать, что с ним случилось, неизвестно, что с ним случилось, пока что никто не знает. Но у всех пока всех такие мнения. Она по новостям пишет, что он хотел вообще просто
якобы остановить машину, то есть поднимал руки и хотел остановить машину, чтобы его подвезли до определенного пункта. И он, короче, сбился, и у него не удалось остановить ни одну машину. В итоге он постарался фуру остановить, но фура в итоге его сбила сама. Очень прикол. Ну и бедняжка, нахера он это делал вообще? Он мог бы машину бы так остановить, а не фуру нахер. Фура, блядь, это фура нах. Она, блядь, собьет и все нахуй, тебе пизда нах. И, в общем говоря, после того, как его сбила фура, и он лег в больницу. Потом, да, я вам рассказывал, две клинические смерти были. Потом все было пока норм, все как бы было, но у него отказали почки. Вот эти почки, которые у него отказали, очень сильное влияние оказали на него, так как почки жизненно важные органы, и они очень серьезно повлияли на него. Но он чудом как-то и не выжил, блядь. Потом затем у него печень отказал. Хотели пересадку сделать, но у него ничего не получилось. В итоге он умер окончательно. И все, пизда пацану. Ну, его пока похоронить не собираются. Надеюсь, его будут хоронить. Ну, если... Ну, похоронит, конечно, так труп это так держать. Хорошо же. Долго. Давайте поспим, кстати, между прочим. 9 часов поспим. Надеюсь, наш герой выспится. Не знаю, нахуя я вообще сюда пришел, в этот кордон, если я мог бы не ходить в кордон, а просто закончить на исполнитель желаний игру. Но я как бы так передумал, Ой, блядь, закрой свой рот, а. Нахуя вообще так заканчивать на исполнителя желаний, если... Ой, что за хуйня, Отключи, пожалуйста, ночное видение. Давай, поешь, нах. Все, он теперь не проголодался. Теперь он не голодный. Да, вообще обидно, блядь. Обидно за своего одногруппника. Конечно, каждый из нас может подохнуть в любой момент. Так что время цените, друзья. Время все ограниченное у нас у всех. Цените все, что вы с вами происходит. Даже каждую миллисекунду вы должны ценить. Вы просто, вы не представляете, насколько жизнь важна нам. Одна жизнь-то одна, учиться всегда надо. Я сегодня, кстати, должен был идти в шарагу, но я не пошел, так как мне вообще похеру на свою шарагу. Вообще, я учусь по профессии, которая мне не нравится. Вы знаете, что это за профессия? Профессия чипунах. Да, чистая профессия чипу, там, типа оператор станков, управление... С этими станками там на заводе. Наверное, кто-то не шарится, если кто-то не знает, просто загуглите в интернете, посмотрите. Бля, я вообще так заебался учиться. Ну, похуй, учимся. Жизнь надо учиться. Жизнь всегда надо учиться. Пока ты живой, пока ты есть. Мне пока 18. Нахер потом через 5 лет мне будет, знаете, 24, да. 23 лет будет. Блять, тут, кстати, собаки. Собаки бесят. Где? Все, да. Поумнела собачка. Убежала, трусишка. Блять, столько тайников здесь, а. Все ясно. Почему она так зависает? Какого хера? Неясненько. Ну, ясно, что... Да вы ебанулись, ну вы чё, раньше мне не могли подогнать изоскелет? Ну вы чё, блять? Вы чё нахуй, суки, мне экзоскелету долго подогнали, я копил деньги и купить его захотел сам, но мне зачем экзоскелет долго вы дали, ёкарный баба. Я же накопил и чисто лично его сам купил, ну вы чё, бля, ну вы чё такие щедрые, ну вы чего, блядь, ёкарный баба. Да вы чего нахуй, нахуя мне еще один экзоскелет, скажите мне, пожалуйста. Ну и разве что я его сейчас продам, деньги выработаю на нем. И все. У меня, кстати, с отношением с долгом очень хорошее. Так что сейчас пойду поговорю с этим. Иди своей дорогой, сталкер. Соси похуеса, сосус. Пососи мой хачат. Да пошла ты в жопу. Ну и еще смотрите, шлепнем по дороге, блять. Пусть сам идет куда хочет. Okay. Че, мрази, привет. Okay. А че вы с долго идете, не понял? Вы че, типа, долговцы, да, стали? Okay. Вы че такие бандиты все?
Вообще идите в жопу, блядь. Скоро игру я заканчивать буду. Они еще мне смотрят таким отвратительным взглядом, типа самые крутые. Но на самом деле они не крутые, они просто долбоебы. Просто конченые мрази. Бля, вообще, ты че, сука? Иди нахуй, мразь. Че на меня так сможешь? Я просто пришел к скелету вам продать. Не знаю, зачем он мне сдался вообще. Бля, наш главный герой бегает вообще еле-еле. Он вообще нихуя не может бежать быстро с этим экзоскелетом, сучечка. Эй, сталкер, у меня есть для тебя подарочек. Экзоскелет за 30 тысяч ты меня купишь. А это за сколько? Да ты охуел. Купи у меня экзоскелет, в общем говоря. Нахуй не сдался, ты тоже выкупи меня. Пиздец, чертяги. А это что, сколько? Это 2000 стоит. Это сколько, кстати, выкупил? Да 2000. Мне вот зачем такой ствол, если у меня есть винтарь? Зачем мне, если мне вот этот ствол, если у меня есть винтарь? Скажите мне. Вот это сайга, да? Сайга, дробилка, пулемет. Пулемет сколько стоит? Пулемет 40 тысяч стоит. Ну ты даешь, пулемет такой дорогой тебе. Давайте продадим этот стол. Мне нахуй не сдался. Нахуй мне нужен. Нахуй. Вообще-то он мне пригодится. Подождите, пригодится. Мне просто патроны нужны для Калашникова. Можно себе выкуплю эти патроны? Мне больше деньги некуда тратить, так что извини, брат. Ты серьезно перегружен? Да ты что, издеваешься, что ли? Зачем пришел? Зачем пришел? Да по делам пришел, блядь. Это для чего еще могу прийти сюда? Сам не знаешь, что ли? Зачем пришел, блядь? По делам пришел, а куда еще мне идти-то? Блядь, не тайники валяются тут вообще не ебучу присутствовать здесь. Так, подождите-ка. Нет, вроде. Ага, заебись. Просто меня там, знаете что, я сейчас не посетил бы свою колледжескас. Колледж я не посетил, и я просто спросил у своего одногруппника. Никто же мне там не мешает. Да, сука. Ой, бля, закрой свой рот, мудак. Иди нахуй, мразь. Сегодня не пизди мне здесь. Заколебал ты долго. Я тут можно сломать тебе этот специальный микрофон тут сломаю тебе. Что ты тут наделся? Помоги мирным людям. Не буду помогать мирным людям двоим. Пусть сосут. А где тут тайник, в общем говоря? А где тут тайник? Если вы ищете место, где можно перекусить... И отдохнуть. Место. Вот здесь, да? Да вы чё, ебанули, что ли? Вы чё, ну? Да вы чё, блядь, за стол-то меня подтащили, блядь, а? Вы что за стол мне подтащили, блядь? Чё за дурацкий ствол? Чё это такое? Чё это за ствол? Ебать нахуй, какой она днище, блядь. Заебись, пушка, просто крутая пушка. Я в шоке, нахуй, такой пушки просто заебись. Заебись, пушка вообще идеальная, просто подходит для нас. Вообще прям для того, чтобы просто ходить с этой пушкой. О, бля, вообще даёте, а. Контакт. Там добавляются человеки с каждым разом, и добавляются. Кстати, я планирую записать серию на 35 минут. На 35 минут, а на 40 даже. 40 плюс 5, так, 35 минут. Ого. Как мы долго будем снимать, да похуй вообще. Мне главное сейчас закончить этот сталкер нахер. Просто. Привет, сталкер. Проходи, не задерживайся. Да проходи, не задерживайся. Пошел ты к нахуй, а. Эй, чувак. Бармен. Бармен. Так, кстати, между прочим, у тебя есть задание, мне нужна работа. Так, зачистить и найти наемников, убить военнослужащего. Да, блин, закрой свой рот. Да, я видел, что у тебя днище там всякая хуйня. Да, железный бизнес просто. Железный бизнес у тебя тут. Очень просто идеальный железный бизнес. Мне просто надо очень много закупиться патронами, матронами, потому что меня ждет чистая война сейчас будет. У меня чистая война будет идти просто. Чистая война. Это тоже мне выкупи, плиз. Как детишки? Да вообще охуенно. Все, мне место забито.
Здорово. Пока, шары, да, скай. На, купи меня это. Все. Пиздуем на радар. Тебе сюда нельзя. Тебе сюда нельзя. Да ну мне можно. Пистолетика мне тоже с собой. Не знаю, зачем он мне нужен, но для коллекции я его оставлю. Для меня еще бронебойный есть для этой пушки. Красивая и смелая. Кстати, мне в комментариях кто-то написал, типа, не помогай свободе, типа, свобода говно, не помогаем. Вы чё, блядь, ебанули что ли? То есть не помогай долгу. Да и я убил просто свободу, и там чистый сталкер мне писал, ты чё, охренел что ли, ёбище нахуй. Помогай свободе, долг дерьмище. Я ему, знаете, что написал? За монолит, ёкарный бабай. Чё я ещё должен сделать, блядь? За монолит я буду, конечно, естественно, блядь, а не за каких-то там ебанутых наркоманов, блядь. И каких-то там этих служебницев, которые защищают зону там от заразы, да? Нахуй же это делать? Смотрите, сколько, какой красивый, ёкарный бабай. 20 целых патронов он может себе вносить. У этого тоже такой же патрончики, блядь. И он нихуя не может себя сносить, бля, вот придурок, а. Вот чистый пидор, а. Бля, бабай, заколебали же. Артефакт, кстати, нашел. Чё за хуйня, почему тут артефакт? Валяется, никто мне об этом не говорит. Ну что же, дорогие друзья, вот мы подошли к одному тут месту, где тут у нас выделывается один сталкер. Не сдается наш гордый варяг. Да никто не желает. И замочок. Вот такого придурка сейчас мы будем убивать. Меня позвали. А, бля, он здесь что ли находится? Не подходи, у меня справка есть. Не подходи, замочу. Да иди ты нахуй, мразь, умри. Ебать, он еле-еле подыхает. Все, я убил. Сейчас посмотрим этого чувака. Я... Обана, подмина подорвался. Вообще охуенно. Охуенно, просто охуенчик. Сейчас кровотечение закончится, так как у нас бинты же есть, да? Так, ну сейчас мы посмотрим, чем этот чувак тут отупел. Чем ты тут отупел, чувак? У тебя тут, блин, комбинезон долго, да ты ебанулся нахуй. И зато радиационный препарат оставил. Спасибо, гранату мне тоже дай сюда. Еще 10 патронов мне оставил. Да, вот просто красавчик, блядь. Просто красава, нахуй. А тут еще ящик, кстати, между прочим, может открыть, может нет. Не открыть нельзя, печально. Ну ладно, пойдем тогда. Ну что ж, мы сейчас будем шляться на радар. Увидимся там, наверное. Если мы я туда дойду, конечно. Ну, я не против, если я дойду, убью там одного челика плохого. Но у меня какую-то хуй тут радиация поднимается. Иди нахуй, радиация. Иди нахуй. Ай, блядь, заколебали нахуй, ебать. О, бля, мах, мрази, блядь, а. Охуенно просто. Нас просто взяли, завалили, блядь. Вот тупые бардашки, блядь. Чисто, вот знаете, я чисто Call of Duty выучил. Типа, если когда у тебя идет перезарядка, типа, надо перезаряжать, сразу переключаться на второе оружие. А почему вот это здесь медленно так сработало? Я вообще нахуй, блядь, ахуй был от этого нахуй. Что за хуйня? Что за хуйня? Почему мы тут умираем? Тут же не видно. Не видно же этого, блядь, как там? Блядь, мина не видно. Какого хера мы так быстро умираем? Чё за бред, нахуй? Чё за бред? Не умирай так, пожалуйста, быстренько-то. Ну ты не умирай, пожалуйста. Мины тут нет же, блядь. Мина чё, нам придется проверять, что ли? Да, блядь, мне неохота около лужи ходить. Где тут мина? Вот где? Вот где? Чисто где я найду мину здесь? Где я найду здесь? Ой, бля, дурак. Мина здесь нет? Мина здесь есть? Чисто здесь мина есть. Ой, бля, иди нахуй, а. Ой, бля, заебёте меня нахуй, блядь, с этими. Заебали меня нахуй, мрази, блядь, а. Вот черти, а. Блять, это вообще танцор, смотрите, танцор диско нахуй, блять. Ебаный танцор диско, блять. Вы только посмотрите, как он танцует. Ой, бля, танцор, блять, в ахуе, давай пошлепай на тебя, лиз. Ты вообще чисто лесбиянский, не знаю, лесбинские песни танцуешь. Вообще в ахуе от тебя, блять, ты такой черт вообще. Че ты пусть дай мне доебаться, давай, давайте это. Опа, все, выйдите, подействовал на нас как раз. На нас подействовал, красава.
Видите, помог кто как-то нам хотя бы этот пистолет. Если что, резко на пистолет переключаемся, и он стреляет у нас. Тут, кстати, один... тут даже их трое. Я знаю, что тут есть один ебанутый, надо кинуть ему гранату туда. Одного убил, красава. Я на рандом чисто кинул, и он уже умер. Вообще заебись. Так, тут что-то нет. Ты вы охуели, блядь, сколько вы мне можете экзоскелетов-то давать этих? Вообще ебанули, что ли? Нахуй мне эти экзоскелеты-то ваши сдались? А это чем мощнее ствол? Это, блядь, просто вот... у этого чем мощнее просто? У этого просто недоступны некоторые эти... Как там? Бляха-муха, ёкарный лобайтуб. Не, броня вообще отвратительная, вообще. Просто недоступны некоторые части там. О, кстати, экзоскелет свободы. Давайте на это на приврюшку, наверное, сделаем. Да, вот так и сделаем. Так, я вот не знаю, зачем мне тут оставлять такие тайники, просто тупые. Бесполезные чистые тайники, блядь. Который нихуя нам ничего не даст. У нас и так охуенное оружие с собой. Так, тут еще, кстати, мне запаса еды, да? Я, кстати, один сейчас буду отбиваться от этих монолитов, сукучи. Давайте убежать сразу. Не, бля, патроны такие ебучные дали. Спасибо. Мне придется надо оружие новое искать. Хотя мне инвентарь с собой. О, все ясно. Монолиты, да, там помчались. О, суки. Монолиты все идут. Давайте не будем вмешиваться или будем вмешиваться. Давайте помешаемся. Свобода! Пошла она, пошла жара! Пошел ты нахуй, черт! Свобода, вперед! Да пошел ты, черт, где нахуй? Ой, бля, пацан, жаль мне тебя. Так, сохраняемся здесь, сейчас у нас будет тут серьезный ПП. Ох, нихуя, сколько их там, вы че, ебанули что ли, блядь? Ёб твою мать, нихуя их сколько там много, блядь. Вы ты представляете, какая толпа там сейчас шляется вообще, ёкарный ВВ. Ну что ж, давайте отбиваться от монолитов, блядь. Бля, гранаты, лови, гранаты надо им там подействовать, нахуй. Гранаты есть у меня, нет? Я, блядь, мне еще на мне свободовца такой, вот что самое это обидное. На, сука, лови, нахуй. Чё, суки, где? На, сука, на. Бля, гранаты, заебали уже гранатами попадать по мне. Ха, дурачок. Дурачок так дурачок. А чё тебе за стол, интересно? Ой, я выбросил свой стол. Так, чё за стол-то? Говно оружие твое, говно. Вы охуели, что ли? Хватит там уёбываться-то, нахуй. Заебали нахуй. Смотрите, как они повреждения жесткие не делают. Ёбаный брат. Опа, блядь. Я там что, кучу повалил, что ли? Я в ахуе нахуй. Нихуя я повалил там кучу. Пошла жара. Идет жара. Да-да-да, идет. Бля, суки, охуев же, а? Охуевшие мудаки, а? Бля, вы да вы ебанулись нахуй, вы чё, подохнуть будете, нет? Ебануться сколько вас там много, ебать. Подохни, мразь. Ох, ебать нахуй, сколько вас там много, ебаный в рот. На, сука, лови мою пулечку себе в ротик. Где? А, вот еще один, ага. Зацепила меня. Блять, сколько вас там много, ваху, вас ди... Вот там аж 10 чуваков, вы че так много-то? Я ваху, и, блять, сколько вас тут должен я убивать, нахуй, я понимаю. А че, свободовец умер, что ли? Ха, лох. Ёкарная баба, ну лох. А этот умер. Ха, пес сразу умер. Так. Ты покойник, я покойник. Да ну нахуй, я по-твоему не покойник, а? Я по-твоему покойник, ты чё свободен? Покалечился нахуй. Энергетик, спасибо. Блять, а чё с ними за хуйня происходит? Почему они тут стоят, то это, блядь, с ними ещё пар... Оба, граната, кстати.
Если что, я повторюсь, у меня плюс 50 брони вообще. А свободовская броня, вы представляете, какая отвратительная будет? На, сука, лови. Да ёкарный бабай, сдохни ты, мразь. Ёкарный бабай, вы только представить не можете, как тут неудобно управлять этой мышкой. Вообще это адище, просто адище. Вы представляете, моя мышка просто чисто на тетради держится, ёкарный бабай. Блять, вас еще там 5 нахуй, а сколько вас тут перебил, вас тут чисто армаде нахуй, блять. Ёкарный бабай, ну вы даете нахуй, вы сдохнете когда-нибудь или нет? Чего вас так много-то? Вас отвратительно как много, ёкарный бабай. Не знаю, плохая пушка, отвратительная, мне не нравится. Ебать, патронов я потратил на них. Я в ахуе нахуй от этого, блядь. Ебануться нахуй, блядь. Ебануться, чисто ебануться, блядь. Они тут чисто с винторезами ходили, вы только представить не можете. Они тут чисто с винторезами ходили. Они тут чисто с винторезами ходили, я в ахуе нахуй. Они что, настолько ебанутые, что ли, что они тут такие героистичные брони, пацаны, да? Бля, во в ахуе нахуй от вас всех, блядь. Пиздец, ну вы даете. Чего у вас так много, блядь, трупов-то нахуй? Этот вообще бит не успел использовать, он уже умер. Бля, вахуй от вас всех, ебаный в рот, какие же вы все лохи. Какие же вы все дебилы, ёкарный бабай. Ёкарный бабай, вы только представить не сможете, с кем вы связались. Ёбаный в рот, вы долбоёбы. Ну что ж, пацаны, идем на радар. Повторяюсь, мы идем на радар. Фу, мы подошли до этого. Да ну не может быть, мы дошли до радара. Не может быть, финал так близко, рядом с нами. Финал близок. Финал с нами близок. Вот и все, мы на радаре. Ну ладно, дорогие друзья, давайте мы на этом закончим. Продолжим в следующем серии проходить мы с вами радар. Вот так, как видите, мы в этом серии просто добирались до радара. И у нас все успешно прошло. Ну, как видите, все целы, все здоровы, все живые. И все охуенно с нами. А что использовать-то? О чем брони можно чинить? Рекомендационные ремонтаны. Если с помощью которых можно отремонтировать оружие и костюм расчетан. А что костюм-то не ремонтирует? Да, костюм отремонтирую. Красавчик. Ну, а, дорогие друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте дизлайки. Вступайте в группу ВК, будет в описании. Там будут смешные мемы по играм, а также арты по играм. Также подписан на мой ТикТок, там будут смешные видосы от других блогеров, также смешные видосы от меня, так что подписывайтесь и все. Все, подписывайтесь и все. Главное, всем удачи и всем пока. Будем продолжать с вами в следующем серии проходить сталкер тени черного с модификацией.